Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной. Новое трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении позволяет Баку наладить сообщение с Нахчиванской республикой, а Еревану получить железнодорожный выход на Россию. Как передает канал 13, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам Алиева, новое трехстороннее заявление фактически подводит черту под тем, что происходило в прошлом году. И заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе – разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахчиванской автономной республикой Азербайджанской республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран, отметил он на встрече. Кроме того, по словам Алиева, также появится выход и на турецкий рынок, и на турецкие и российские железнодорожные артерии. То есть это заявление открывает огромные перспективы и уверен, что рабочая группа, которая сегодня нами создана, будет эффективно работать, докладывать нам периодически о реализации проектов. Там не один проект, несколько. Уверен, что все это будет реализовано, сказал президент Азербайджана.